сегодня мое новое видео, и я очень рад из-за того, что кроме того, что я получу кайф от съемки видео, я еще смогу посмотреть то, что мне нравится, узнать про это побольше. В общем, сейчас я иду на слайд-шоу лонгбордов. Не знаю, может кто-то знает, что это слайды, может нет. Это как дрифт, не знаю, то ли лонгбордом. В общем, сегодня все увидите, только посмотрите мое видео до конца. Я очень хочу туда попасть, из-за того, что давно туда больше месяца хотел. Я там буду, наверное, как известно, со своим пенни, но не страшно. Лонгборд у меня будет буквально через 3 дня. На это уже все закончится, я как раз научусь. И к следующему году смогу шикарно там, не знаю, то ли выступать там. В общем, номинаций будет куча. Своя атмосфера должна быть. Обещаю, что будет очень классно. Так что, надеюсь, вам это видео понравится. И всем приятного просмотра. I really ain't done sipping with some coke bottle girls. You know I mix some rum in it. Having fun got me feeling liberated. If I make it, I don't care. This beach will stay incinerated. And I stay with hella girls who looking better naked. You know I'm. Я уже в этом парке. Я сейчас быстро говорю, из-за того, что тут куча машин и людей, все шумят. И я сюда пришел немного опаздываю, но надеюсь, я не сильно уже опоздаю. И я забыла вам сказать, что я открываю сейчас свой новый проект, как бы такое чувство, что официально говорю. И я вкладываю в него очень много сил, детально вы узнаете в следующем влоге. А сейчас я хочу просто предупредить, что, возможно, неделю или две не будет видео, из-за того, что, во-первых, новый проект, во-вторых, как каждого ребенка тащит на дачу, это ясно. Ого, тут птички не очень культурные. И сейчас я уже туда спешу, и очень хочу туда попасть и оторваться на том мероприятии. В общем, пока я искал, где они находятся, я очень сильно упал. В общем, это-то не страшно, но, блин, у меня что-то рука болит, запястье само. Я не знаю, сейчас буду все равно их искать. Ко мне подбежало тупо человек так 7, помогали все, конечно. Дали даже бесплатно воду. Если хотите воды, берете, падаете на пенни, там чуть ли не ломаете себе руку, и вам дают бесплатно 0,5 воду, моршинская. Чем и плохо, я не понимаю. В общем, сейчас я буду что-то думать, как найти кого. Надеюсь, с рукой у меня все нормально. Это был капец. В общем, я уже подхожу. Там вот вы можете слышать то, как там говорят по микрофону. Ну, громкоговорителю, в общем. Я сейчас уже туда очень хочу, хоть у меня рука болит. Но как покажет после каждой травмы, если низко опускать, то очень больно. The kids in the world feeling the same, same. No, I don't care what y'all think. I'ma do my damn thing. And I don't care what y'all say. Yeah, I'ma do this all day. No, I don't care what y'all think. I'ma do my damn thing. And I don't care what y'all say. You can call me crazy. Call me crazy. Из-за того, что тут очень шумно, и машины, и громкоговоритель, ну, забыл, как называется. В общем, тут мне нравится, вам навряд ли из-за того, что, ну, наверное, мы, зрители, из этого не фанатеют, но я фанатею. Тут реально очень зрелищно. Единственное, что мне интересно, когда будет конец, он обещает кровь, мясо, падение зрелищное. И влог, наверное, будет не сильно интересен, но этого суть влога донести вам, то, что я в ближайшее время не смогу снимать видео, ну или же я буду выставлять раз в неделю короткое видео, там, ну, я недели две это будет. Я выставлю видео с моим проектом, ну, сейчас просто нечего делать. Надеюсь, вы меня понимаете, потому что я сейчас какую-то чушь несу. А теперь я пошел дальше встретить. Короче, сейчас будет финальный заезд. Тут они так жестко падали, вот как я, вот где-то здесь, они в раза 3 жестче на всю руку растягивали, но тем более они терпят. И я хочу также кататься, конечно, но пока у меня нет этой возможности. Тут, знаете, атмосфера классная, но на видео она не передаст, особенно тем, кто не фанатеет этим. Поэтому, если что, простите за такое видео, там где-то люди идут. А теперь я единственное, что хочу сказать, что сейчас будет финальный заезд, и мне безумно весело здесь. Вам, наверное, нет, но простите.
So pour my drink strong. Baby, let's just make the most of our youth, doing what we want to, abide by no rules. We run this, don't need no excuse. So fill up my cup, I'm trying to let loose. Take me out of my mind, yeah. Take me out of my mind, yeah. I lost no sense of time, yeah. And I'm feeling so fine, yeah. So take me out of my mind, yeah. Take me out of my mind, yeah. I lost no sense of time, my image imprinted in heads, got a map different. The way I'm rapping with it, labels attack my digits. I'm moving mountains, y'all midgets ain't even leaving divots. You be out of scrimmage, I'm competing for the World Series. And I'ma keep bringing heat until the world hear me. You can bet it, debit or the credit. When my time comes, I will gym and forget it. For now, we at the parties going dummy, acting like fools, alcohol in the tummy. Hey, cause life is going to be hard when you're still young. Вот и все, я уже еду домой, и я пипец как доволен за то, что, ну не знаю, особенно в конце, когда все начали там орать, поздравлять всех, обнимать победителей, блин, но они настолько добрые, эти лонгбордисты, и прям мечтаю так кататься, и, наверное, меня плохо видно было из-за того, что я как бы напротив солнца. And I don't care what y'all say. You can call me crazy, call me crazy. Cause I like to get faded and party all night long. So pour my drinks. Так, теперь давайте подведем итоги сегодняшнего дня. Первое, раз и два, где-то у меня тут пухло, короче. С рукой у меня все нормально, не волнуйтесь, единственное, что так неудобно делать, ну, немного больно. Но это каждая травма такая, то ли на ноге, то ли на руке, у всех бывало, я думаю. Это вообще не печет уже, хоть мне приятно было, что куча людей ко мне подбежали. А, кстати, забыл сказать. Мне из кафе вышли и просто так воду подарили. Ну, в общем, или же я это говорил, я не помню, честно. Теперь второй итог. Я был очень не польщен, как бы, а удивлен и радовался тому, что я наконец-то смог побывать среди лонгбордистов. Теперь я хочу подвести суть лонгбординга, то, что я сегодня увидел и как мне понравилось. Во-первых, мне очень понравилось, я как будто в другой семье оказался. Это было шикарно. Во-первых, какие у них трюки делали. Может, на видео это не реалистично, ну, реалистично, но не очень классно, но в жизни это очень классно. Единственное, что меня расстроило, что я единый там школьник был, там, в общем, еще два пацана, но они подошли, так, даже не знаю, что это лонгборды. Мне очень понравилось, если честно, я уже какой раз это говорю. Я в ближайшее время хочу уже так же учиться, и если вам не понравилось, допустим, или же показался влог скучным, просто посмотрите другие влоги. По монтажу и вообще по складающим, по складающим у меня хорошо получился там, где одинокий блогер чуть не упал с крыши. По веселью это там, где мы в фонтане купались. Так что, если вам это не понравился влог, посмотрите их. А если понравился, обязательно поставьте лайк и ни в коем случае не ставьте дизлайк. Всем пока! Lifestyle, what have you fallen in love quick? Shots all around, going down. We ain't never stopping now.